матч предсезонного тура Манчестер Сити. Манчестер Юнайтед играет уже третью. Манчестер Юнайтед, в воротах Давид Де Хея номер первый. Далее в поле играет второй. Тинью использует на фланге Пеп Гвардиола, но опять же грядут большие приобретения, в том числе Тао. Ну, в общем, уже выходил в голубой футболке на поле. На правом фланге второй номер Вишантаны. И быстрая попытка контролировать у Ман-Сити. Хорошая передача. Не доходит мяч пока до Де Брюйне, но вот сейчас пускает бельгийц. Будет ли продолжение? Агуэра. Дальше Де Брюйне направо. Нет, неточная передача. Просто еще одна важнейшая встреча с Реалом. Но это уже будет официальный матч. Это уже будет Суперкубок Европы. А Сити атакует. На ударную позицию. Но пробить не сумели. Официальных есть и США. Да, и рынок тоже гигантский в Америке. Поэтому думаю, что для клубов важно. При том, что уже давно стемнело. Но, тем не менее, по жаре неплохой темп показывают команды. Сейчас передача налево. Здесь Рахим... Точнее, на так, собственно, и произошло. Да? Но в итоге обратное решение принял. Ну, вот мы сейчас... Ну, вот, да, прихватил за шею здесь Антонио Валенсия своего оппонента Рахима Стерлинга. За это назначен штрафной. И дальше, видимо, будет... Интересная история. Сейчас будет подача Де Брюйне, потом об этом поговорим. Удары. Действительно. И, в общем-то, Мхитарян, пожалуй, вот в эти первые 20... Робертс на правом фланге, Де Брюйне, прострел хороший! Да, хорош Стерлинг, а это уже розыгрыш мяча на правом фланге, Де Брюйне подходит. Стюарды в розовом по-прежнему неподалеку, но здесь никого двигать не пришлось. Эдерсон, который с ним справляется без проблем, игроков Манчестер Юнайтед. Ну ты знаешь, Нобель, у меня есть ощущение, что футболисты Юнайтед сейчас для Эдерсона устроили такую. И этот полет известен тем, что во время него было значительное количество аварий, неполадок, поломок. К счастью, все закончилось. Здесь все закончится благополучно, и мы голы увидим, самое главное. Да, хочется верить. Так же, как и в предыдущих встречах, будет делать большое количество замен. Все с Вестхэмом в Рейкьявике. А далее уже старт сезона в АПЛ и первый матч. Де Брюйне играет на... Еще игра с Тоттенхэмом. Очередное противостояние внутрианглийское, скажем так, на американской земле. Ну, то есть, если брать, раз будет играться в рамках Суперкубка Европы, то у Юнайтед перед началом английского... Но согласись, что в борьбе за чемпионство... Мяч разыгрывает футболисты Сити. Мхитарян вступает в отбор, Де Брюйне. Мяч не теряет. И бельгиец уже пытается войти в штрафную площадь. Подача! Я думаю, что все-таки сезоны получились разными. Для Юнайтед и для Сити. Да, в борьбе за чемпионство не участвовали ни те, ни другие. Но, извини. Ман-Сити будет атаковать и пытаться... Что заметил арбитр? Отправился вообще другой. Это добро. На подачу в штрафную. Так как Юнайтед. Юнайтед тоже далек, но просто другая стадия подготовки. Подача в рамках Международного Кубка Чемпионов. Лучшие команды мира собрались в трех разных странах. Довольно опасный, хотя весь МЮ своей штрафной.